Здравствуйте! В преддверии Нового года мы делаем вот такие вот конфетки на большую елку. Для этого нам понадобится вот такая вот бумага, ленточки, ножницы и скотч. Также мы используем бутылки. Я уже подготовила, отрезала горлышко. Это будет у нас основание внутри. Что мы делаем? Мы берем бутылочку и закрепляем нашу бумагу. Лишнее обрезаю. И теперь обмотаем лентой. Вот получилась у нас вот такая конфетка. Теперь мы делаем, как ее закрепить. Закрепляем ленточку. Такие конфетки можно делать из любой бумаги, из любых лент, ножку. Всего вам доброго, до свидания.